Ну вот он, Мобики Genius или Genius складной. Откатался я на нем сезон, хоть брал бы ушный, но по состоянию у него отлично. Но пришла пора подтянуть цепь. Он болтается уже, достает до рамы. И чувствую, какие-то могут быть здесь засады. Потому что тормоза завязаны на это. А здесь еще коробка эта. Нексусовская висит на оси. Передает. Ну ладно. Посмотрим, есть ли засады. Может, все и просто будет. Как говорится, очень простая процедурка натяжки цепи в велосипеде. Здесь может быть и не совсем так. Нелюбимый ключ на 15, вечный дефицит. Так, закручиваем, откручиваем. Открутилось. Что мы имеем с этой стороны? Ага. Вот будет и первая засада, потому что нужен ключ, который сможет либо надо снимать коробку, которую никогда не снимал, а как ее снимать? Ладно. По идее, она должна сниматься. Здесь только один болт. Всего лишь один. Если я его откручу, то она, по идее, должна сняться. Отлично. Откручиваем этот. Ну что, все оказалось пока что не так уж сложно. Что-то за хрень такая. Что-то она какая-то погнутая. Но дальше что? Подтянуть можно будет вот этот болтик. А тут надо будет еще ослабить до этого тормоз задний дисковый. Ладно, сейчас выключу, сделаю, потом посмотрим, что к чему. Ну вот, цепь я подтянул, собственно, подтягивая только вот этот болт. Маленько зажал. Это даже чуть приотпустил, но оно, походу, не понадобилось. Так, я так думаю, что это не цепь растянулась, да она и не могла. Сколько я на нем проехал? Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 6 месяцев, километров 5-10 в день, когда, ну, пускай 300. Ну, что-то около 1000, 1000 проехал, где-то так. Где-то 1000, ну, может, чуть-чуть поменьше. Скорее всего, просто где-то прыгнул на кочке, и вон здесь чуть-чуть проскочила. Сейчас буду смотреть, как она станет на место. Понятно, что там за масло. Почему оно вообще здесь? Ну, видимо, для смазки просто. Так что состояние хорошее. Еще даже вон бумажки не поотваливались. Это просто бумага, да, наклеенная. Так что так. Сейчас будем пробовать. Станет ли оно ровно на место? Или должно куда-то попасть? Ага. Mm-hmm.
мне совсем непонятно. Никогда не имел дела с этой фигней. Как она должна быть? Может, вообще просто так, как шток. Так, вот так она, допустим, одевается. Угу. Допустим. Сейчас мы зажмем эту штуку. Ну так, чтобы не пережать. Желтая штука, насколько я помню, должна стоять между рисками. Она у меня почти, но это регулируется тут. Так, зажато. А нафиг я зажал? Ну, где-то так. Так, ну вот, все вроде зажал. Зажал этот болт, поставил потом коробку нексусовскую, поджал еще чуть-чуть этот, чтобы хорошо держал. Этот зажал, как всегда, аккуратно, чтобы не пережать. Странно, что здесь никаких рисок нету для центровки колеса. Ну, в смысле, чтобы оно стояло ровно. Ни черта тут нету. У меня на мотоцикле есть, тут нету. Тут у меня какая-то подножка, что ли, была. Но это не те. Приблизительно вот так. И смотрим отсюда. А, практически четко. Так что, да, сойдет. Все, в принципе, нормально. Останется проверить тормоза. И у нас немножко ушла риска. Желтая из центра. Это регулируется, откручивая вот этот болт. Нет, по-моему, вот этот. Подкручиваем. Ну, сейчас я вот эту желтую поставлю на место, чтобы она стояла точно по центру. Хотя, сейчас пощелкаю. Ушла, ушла. Первая, вторая. Ну, собственно, она стоит практически точно по центру. Можно голову, наверное, даже и не дурить. Проверю, если будет нормально переключаться. Переключатели. Вот на второй, как сейчас стоит, должна быть желтая риска здесь. Но она тут и есть. Вторая. Это первая. Она ускакала туда. А на третьей она западает сюда, дожимает колесо. Так, вот сюда ухо ускочило между этих. И так, в принципе, все. Сейчас посмотрим, как оно крутится. Не знаю. Визуально вроде восьмерки нет, только за счет резины утолщение. После ходовых испытаний будет ясно. Вот, в принципе, все. Несложно оказалось. Ладно, раз уже начал показывать, покажу, как регулируется сама нексусская головка. Ослабляется вот этот болт, вот этот. И потом натяжка идет тут вверх-вниз. Ну и что-то она уходит, чуть-чуть ушла, ну и больше ушла. И потом крутим ее в центр. Раз, два, три. Почти центр. Между двух. О, между двух головок. И закручиваем этот болт. Ну, уже ключом закручу. Вот, ровно по центру сейчас, да. Вот это все делается, когда включена вторая передача. Ну, в принципе, все, цепь натянута. Сейчас этот болт зажму, и можно ездить. Окей.